Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Кукудай препараты XD, MD. Да, в общем, ребята из XDMD, блять, все, уже заговариваюсь, XDMD, продолжают нас радовать музыкой. В прошлый раз я слушал «Хочется кричать», ну, Мао Рекорд мне вообще нахуй не нравится, поэтому этот трек мы не учитываем. Альбом от Кукудая мы еще не слышали, уже слушали, получается, от кого? От Мэри был, от Тенды был. Ну, когда я начал, да, за ребятами следить. Кого мы еще? Квити мы слушали. Последний, нет, Юкисору это не XDMD. Кто еще был? Я не помню. Вот. Оюка, да. От меня и Пибл. Но все равно. В общем, ребята молодцы, радуют музыкой, индивидуальный звук. Это как бы все охуенно круто. Что вот это теперь такое? Сейчас посмотрим. В целом, ребята делают очень цельные и атмосферные релизы. Поэтому надеюсь, что это будет тоже самое. И при этом как будто уходить от этого звука пока что не надо, поэтому если это будет просто качественный звук, который был до этого, то без проблем. Главное, чтобы моего рекорда не было, и все, остальное как бы похуй. Как ты, Вова, забыл? Вьюшку даже с ним... Да просто ник сложный, я не запоминаю. Так-то я помню, она мне не понравилась просто. Просто это единственная EP, которая мне не зашла. Я помню, он еще, ну, типа, загнался. Я такой, ну, типа, это не пошло мне. Качественный Маори, который был до этого. Это мы опустим, потому что... Ну, меня в тюрьме опустят, на самом деле. Ну, в общем, вы поняли. Полароид будет? Нет, он будет в воскресенье. Вот. Короче, как-то так. Давайте посмотрим. Если вы еще не следите за этими ребятами, вы упускаете очень многое, потому что это пиздец таланты. И надеюсь, что Кукудай сегодня нам это продемонстрирует в очередной раз. Обложка ебейшая. На первой обложке нам показана девочка, про которую весь альбом поет главный герой. И капуста бой. О, нет, кто его убил? Охуеть. Охуеть можно. Бля, охуенная облога. Да. А есть еще, да? На альтернативное... О, завали ебало и слушай меня, ведь я тут главный XDMD, ты знаешь. На альтернативной обложке показан участник XDMD Gang Мэри с его фанатом. Текст на обложке повествует нам о значении Мэри в иерархии XDMD и также отсылает на 8-й бонус-трек. Блять. Ладно, хорошо. В январе этого года Кукудай написал в своем ТГК о скором выходе DigiCore EP. Но Кукудаю не понрав, что на EP почти все треки это фиты. Поэтому он, я, решил написать альбом, дописав при этом 3 трека. А, то есть был Янгзава, Акира, Тенда, Мэри. 1, 2, 3, 4 трека. А, ну чё, блин. Со мной не взял фит, это ошибка. Нету Квити на EP или на альбоме. Это вот, причем если трек записан, это прям плохо так делать. Да. Там молодой Платон, если что, фрик. Какой нахуй молодой Платон? Вы про это, блядь? Я... А, да, кстати, реально. Молодой Платон с Мэри, я вижу. Да, ну, Платон что-то ниже Мэри гораздо, да, я вижу. Так. В январе я начал делать Роблокс смешно, ахахахаха, XD тиктоки с треками с альбома. Кстати, видел, лайкал, охуенно это выглядит, вот тут базару нет. Вот это, бля, ебать вайб, и вот эти треки, этот стиль, охуеть атмосферно под всю вот эту хуйню. Но я не ошибаюсь, я вроде себя видел, я лайкал. Вот. Афан, когда на Малороид подлетать? В воскресенье будет, потому что он набрал мало. Поэтому он будет в воскресенье. Фан, как тебе название альбома «Качалка XD»? Хуже не видел. С треками с альбома их-то я тут не покажу, потому что лень грузить на YouTube. Оу. 2 февраля в один день с легендарным альбомом «Владыки тьмы Тенды» «Мизантроп» вышел мой сингл «Холлана», который стал интро-альбома. А, то есть один трек уже выходил, я не слушал, да. 4 апреля вышел первый тизер альбома, в котором было показано суммарно 4 трека. Кстати, в тизере показаны все видео, которые я делал и релизил в ТТ. Сейчас смотрим. Или как? Вот и второй, да, есть. Я думаю, можно сейчас... Чего, бля? Холодно спида, питоп. Аван, ты обиделся, что Вилончик делал твои ангусы? Нет, почему? Я не обиделся, я говорю объективно. Но это хуёвейшее название. А что, мы сейчас смотрим или как? Под тизером текст. Смотреть можно и перед прослушиванием, и после. А. Вот ты откуда знаешь, что это, спрошу? Невозможно терпеть. Ладно, слушаем, смотрим. Тизер первый. Всем привет!
Сегодня у нас топ-3 трека с альбома «Кукудая препараты». Погнали. Охуенно. Вот, да. Бля, топ, охуенно, бля, ебать какой вайп, это пиздец, это очень круто, пиздец, вот это вот минималистично в стиле, блядь, какой-то Roblox Core, нахуй, охуеть просто, Майнкрафт, блядь, кур, ебахуя, круто, пиздец. О, я это видел. Это, бля... Бля, ебать, мне очень нравится вот это. И охуеть, если вот стиль реально будет такой выдержанный на релизе, ебать, это топ EP. Да почему EP, если это альбом, блядь? Альбом, да. Два из этих тиктока я делал, Кукуди не доигрываешь. Охуеть, не доигрываешь, Кукуди. Где я был? Where have I been? Oh. Вот это я не видел. Блять, это видос Саида, да? Да, на нахуй, я ж верно понимаю. Больше не могу, я из дома ща уйду, тебя больше... Ну это... Не найдёшь, я тебя больше не найду. Я всё вижу по глазам, тебя знать, я всё собрал. Если тоже хочешь, албуксов нет. Бандикам, блядь. Ну, пиздец, топ. Это очень атмосферно, очень красиво, круто. Идея о море, да, вот. Надо будет в Аморе поиграть на стриме как-нибудь, чтобы чисто по канонам, знаете. Потому что я не играл ни разу, даже не знаю, о чем игра. Я думаю, стоит поиграть. 8 колокольчиков! Бля, чувак, очень на взлома похож, что свой вайп продолжает так же. У тебя все получится, удачи, короче. Немо кара... Подожди, чё, блядь, Немо карасик, нахуй. Хуеть просто. Ладно, охуенный тизер. Там 2 часов на прохождение нужно. А, ну тогда в пизду. Изначально альбом должен был выйти 26 апреля, но из-за того, что Кукудай дебил-дурак, оу, грубо, изначально не позаботился об обложке, пришлось переносить релиз. А кто обложку делал? Чуть позже, именно 26 апреля, вместо альбома вышел второй тизер, он мемный такой, типа тиктоки, мемы, хайп, а-за-за-за-за, что ты выберешь этой ночью, Кукудая или Тукаю? Я выбрал Тукаю. Хы, что ты выберешь-то? Пасхалка, медный бык или... Охуеть просто. Ай-яй-яй, бу-бу-бу-бабаб. А что ты выберешь? Сорвать шкуру с муфлона или... Пистолетом получу все, что хочу. Я грабил, бачу на Мальдиву лечу. Денег много, нужно больше, в кинчик Роблокс и куплю. Я тебя с нами не возьмем, я тебя видеть не хочу. Это пиздец. О! И типа я не знаю, где ты. Что ты хочешь со мной сделать? 8... Бля, какой ты гений, это пиздец. Бля, это пиздец какой. Бля, это гениально, нахуй, охуеть. Чё, блядь? Не, бро, если музыка охуенная будет, пиздец ты крут. Это пиздец просто, ёбнутый. Мне так не хватает тебе, спасибо, Эвелету. Спасибо, Эвелету. Бля, гениально. Что хочешь со мной сделать? Циферки в коммент. Холодно, препарат, бывший трипл килл, you know. Где я был, вещества, you say, friends, forever, ICQ, бухать, вымойте меня, набить морду, пошли гулять. О, осуждаю, что-нибудь другое, да, файвстер, бля, какой просто... XDMD exclusive. Окей. В конце тизера показан крутой смешной трек-лист. Люди-дебилы не поняли, что там 8 треков, а подумали, что 17, я же не такой гений, как Платина.
Ну да, люди дебилы. Облога делал Дима Стрит, мой лучший друг. Дима Стрит, лучший друг Зиромандии. Респект. Хорошая облога. В альбоме есть некая история. Пытаться понять, что не надо, но если понял, то молодец, ты, видимо, употребляешь наркотики или еще что-то хз. Большая история вы увидите в аннотации «Только вещества». Но, впрочем, все, идите альбом слушать. Бля, охуенная аннотация, все по фактам, все рассказано, показано, тизеры вставлены, охуенно. То есть, талантливый человек, талантлив во всем, как мы видим. Мне нравится пока что то, что происходит. Мы еще даже слушать не начали, но мне уже пиздец нравится. Это круто. Охуенные тизеры, гениальная с идеей. Все по фактам, ну, бля, ну, кайф. Так, что по этой у нас хуйне? Охуеть, как Вахира все видят. Верят, блядь. Ну, охуенная голосовалка. Я ее, пожалуй, даже менять не буду, да? Вот чел тут сколько задонил? 10? Кто, подожди? Вот кто это? Тухолис. Бля, ебучий Шелзи, сука, ты идиот! Нет, вот если выиграет Ахира, то в пизду. Вот ебанат, сука. Вот, короче, если еще раз такое повторится, мы тебе мейн ак забаним. Иди нахуй, сука, идиот. Каждое слово в альбоме правда, Кирюха ебанутый. Реально? Сколько раз уже шутили про Freak Friday? К сожалению, не шутили. Ладно. В общем, все понятно. Телеграм в описании, там у нас голосовалки, если кто-то не знает. Твич в описании, мы прямо сейчас там на стриме сейчас будем это слушать. Да. Если вы хотите голосовать за любимых фрешменов, то Телеграм. Спустя 12 ебучих минут мы с вами готовы на... Нет, не готов. Все, вот теперь мы готовы с вами слушать этот альбом. Тизеры охуенные. Не подведи. Я думаю, это будет пиздатый звук, и мы точно что-то добавим. Let's go. Слушаем. Первый трек «Холодно». Нормально, не громко? И типа я не знаю, где ты, мне так не хватает тебя. И заставь тебя нету, возвращайся. Услышь меня, я так скучаю в этом городе. Для меня просто. Тебя не замечал. Мне холодно. И типа я не знаю, где ты, мне так не хватает тебя. И заставь тебя нету, возвращайся. Услышь меня, я так скучаю в этом городе. Для меня нет, тебя не замечал. Мне так холодно. И типа я не знаю, где дождаться. Ключ от своего кокора тебе не дам. Стойки дверь меня в рамки. Скажи, что я слышал. Что сейчас со мной происходит? Я сам не понимаю, что сейчас с тобой. Может быть, это все уходит. Пожалуйста, потише, не да, уходи, дверь не закрой. Я гуляю сейчас один. Я гуляю по ночам. Ну есть что сказать, есть что сказать. Нет, сейчас я не буду твой клип смотреть. Так, ну допустим, хорошо. Смотрите. Интро, как будто. Припев в целом нормальный, но... Вот как будто вот тут его два, да, одинаковых, и тут два одинаковых, но такое. Куплет особо не разнообразия не дает. Бридж только вот прям хороший конкретно по структуре. Интро. Таких треков на альбе нет больше. Базар, первый трек проходной, но меня просто на проде нет. Ну ладно. Но Куране как будто слабый прод, но ты тоже как бы не оскорбляй. Нет, я считаю, это нормальный трек, но вот по структуре, ну такое. Это нормально, это вайб, это прям хорошо вот так взять, расслабиться. Как будто интро, впустить. Как интро, вообще хорошо. Вот как интро, да, впустили, нормально. Чтобы сразу, блядь, вот так нахуй об голову не хуячить нас, нормально. Я думаю, дальше будет лучше. Это просто хорошо.
Но я не добавлю к себе. Ну, потому что, ну, я думаю, ребята гораздо пиздачи сейчас сделают. Препарат. Следующий трек. Афан, впусти мене. Фит Янзава, на которого у нас поставили 5000. К сожалению, не рублей. Продюсер Зиромандия и Кити Флавер. Ёб твою мать, нахуй, клянись. Янзава, а чё я... может, я у него что-то знаю? Russian DJ Core. Охуеть. Roblox Money. Твоя сука, она шлюха. Бля, я не знаю его, честно, но... Ты слушал его в ТикТоке? Я, значит, в ТикТоке слушал, но... Шелзи, еще раз эту хуйню пишешь, тебя в мут, блядь, кинут. Я сказал, я не буду. Техаса на месте, но там только White Kira был. Happy Kid тоже был. Ну хорошо, Pony Squad, блядь. А, Акико, нет, это другой. Интересные ребята. Может, в будущем познакомимся. Ладно, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Let's go. Дальше. Препарат. Зиром... Блядь, страшный состав. Это из секрета. Бля, прям Майнкрафт-корд. Что? Спасибо. Ну давай, допустим, это. Пока что самая пиздатая куплет. Самый охуенный куплет Кукудая. Куплет такой, нормальный. Я не добавил ничего. Я думаю, будут треки посильнее. Я добавлю. Но это не пиздец. Короче, это не пиздец. Думаю, еще у тебя. Вот трипл килл. Мне кажется, да. Респекту Холису, да, что поставил на двойку, но я повторяю Шелзи, что еще раз такая хуйня повторится, блядь, мы его забаним нахуй, потому что я говорю, что твинки нельзя, блядь. Красиво, бля, я добавлю. Мне нравится уникальный трек такого стиля. У меня в плейлисте, я думаю, нет, поэтому да, это круто, это индивидуально. Я думаю, может, на SoundCloud такого достаточно вполне. И я просто такой звук не шарю, скорее всего, так и есть. Но на площадке, я думаю, такое не дропается. А тут куда взял... Ай-яй-яй, блядь, и дропнул. Пиздец. Ну, больно бывает. Короче, ладно, охуенно тоже. Это лучше с альбома? Нет, знаешь, просто что мне конкретно не нравится. Вы охуенные куплеты выдали. Респект. Разнообразные, да, хорошие. Но вот припев как будто такое. То есть у тебя куплет больше походит на припев, чем сам припев. Четвертый, пятый трек и переход есть. Шестой, седьмой тоже. Окей, будем иметь в виду. Вот сам не думаешь, что у тебя куплет больше напоминает припев, чем сам припев? В плане, что вот это прям репетативная история, ее хочется повторять, она интересная. Тенда соло есть еще парни. Ой, бля... Ну окей.
А тебя ебет? Понял. Песня «Препарат» от Кукуда и Янзава рассказывает о сложных отношениях и разочаровании в любви. В тексте упоминается бывший парень, который запрещает стримить тело на OnlyFans и проигрывает в игре, после чего главный герой взрывает его дом. В припеве исполнители выражают свою боль и недоумение по поводу выбора девушки, которая предпочитает... не понимая кого, хотя у них есть что предложить. Песня также содержит элементы хвастовства и жестокости, что придает ей особую динамику и энергию. Я взял этот текст с какого-то рандомного сайта, там уже было это написано! Нейросеть, чат-GPT момент. Real. Бля, я тоже подумал, что нейросеть. Короче, челы берут просто текст песни в нейросеть. И она вот это хуярит, я понимаю. А-ва-ва-ва, мой любимый трек с альбома. Мне кажется, что Triple Kill будет пиздача, я в этом уверен. Но если это твой любимый, ну я понимаю, он красиво сделан, охуенные куплеты, вот мне куплеты пиздец нравятся. У Энклава один зритель, у Афана 23, делайте выводы. Я думаю, да, делайте выводы. Бывший экс-бойфренд. Опять Kitty Flower и Zero Mandy. Давайте. Ой, бля. Я читаю воду, ты снова вышивать и с ним ходить без остановки. Он же простой мудак, и ебла, сука, просто дам. Богатство я осуждаю, я его маму ебал. Не говорю. Убивай себя сам, брат, ты пишешь, как еблан. Купил админку, даю бан. Ее больше точно дам. Он ничего не понимает, за ней ходит, как еблан. Это значит, еще кровать, чтобы никто, кроме нас, больше не мог на ней. Бля, кстати, охуенная строчка. Охуенный припев. Красиво. Ну так, местами ровно. А в целом мне нравится. Бля, ебать это вайб. Ебать это вайб, нахуй. Зеромандия. Бля, какой охуенный тег у Зеромандии. Зеромандия. Припев лютый, мне нравится припев. Трек про то, что у Кирюхи Кент после водного без вести пропал. Охуеть. Счастья ему небесного. А, как местами везде. Ну, куплеты. И то, это довольно быстро проходит, это не душит. Просто вот так ровненько, но не душит. А, припев охуенный вообще. Пойду защищу кровать, чтобы никто кроме нас больше не мог на ней спать. Типа и Бедварс, и типа, блядь, ну охуеть просто. Бля, в Бедварс захотелось, ты чё натворил нахуй? Я сейчас офну нахуй стрим, нет, я не буду офать, я прекращу нахуй вашу музыку эту слушать, я пойду в Бедварс играть. А это правда, что... Подождите, это правда, что... Когда скачиваешь ресурс пак профессиональный, заходишь на Бедварс, то там автоматом эта музыка играет. Правильно? Это правда, типа? Фан, пойдем вместе на Хайпиксель, Гоф Бедварс после Альбека. Да не, я не пойду никуда. Да? Ну все, я буду тогда знать. Хороший трек. Блять, не знаю. Препарат, наверное, пизже. Препарат поразнообразней, препарат поинтересней. Весь альбом. Ну вот я тоже думаю, да. Альбом про потную каточку в Бедварсе. Кайф. Смотрите, сюжет пока что. Холодно, заходит домой. Вкидывает препарат, начинает в Бедварс играть, чтобы препарат вкидывать, да, чтобы ебашить нормально. Бедварс всех взять, типа разъебать. Бывший тиммейт был. И он как бы, ну, теперь не тиммейт, он теперь враг. Но герой справляется и делает трипл килл. Фрика Иван Вилл будет? Я думаю, да. You know, he make triple kill. Он такой, где я был? Оказывается, это все было вещества, вы юзаете. В подвале
страшного маньяка и никакого бы дворца не было. Да. Трипл килл, слушаем. Изи Флауэр. Да, реально, кстати, об этом альбом. Ну вот, я все прогадал нахуй. Мне похуй, как-то я сейчас делаю трипл килл. Пущу своего тиммейта, это я его убил. Называешь хэппим попом, набрал эту рубу в сеть. Это заново убит, и на тень не достался килл. Играю ночью напролет, я не ложусь спать. Зашел в дискорд позавчера, днем с твоей мамой поиграть. Если найдет, то буду продолжать хаповать. Смотришь на мой сетик робокс, это продолжай мечтать. Наша тима в робокс, и мы ростар. Твоя тенька старья, она тут полная. Я умирал, так напоминаю, снова возрождался. Уже нет моей кровати, только этого боялся. Какой стиль, это пиздец. Это типа как припев, только бридж, да? Охуеть. А припева не будет, он в конце, да? Охуенно. Давай, давай. Я не понял, нахуя он тут. Я думаю, что Кукудай сделал бы просто в соло разъебал без проблем. Я просто, ну, я не скажу, что он руина, он не сделал как-то по-другому, типа он не выделился. Кукудай тут спокойно сам бы что-нибудь сделал. Вот хз, без обид челу, но будто он просто тут нахуй не нужен. Переход, а мы сейчас, да, чекнем. Ахера битмарь крутой. Ну вот. Так, это отсылка на трек Umix Minecraft Core, а если говорить точнее, это буквально первые слова из этого трека, но я одно слово поменял чуть-чуть, но пох, вообще забавная история вышла, изначально я записывал этот трек, чтобы позвать на него Umix, но в перерыве между записью я зашел в TikTok и увидел сниппет Umix на этот же бит. А. Я кидал трек на этот бит, он сказал, я эту хуйню не буду слушать, норм? Когда такое было? Ну потому что ты, наверное, это вне контекста кинул, блять. А мы сейчас слушаем альбом в таком стиле, очевидно. Мы зашли в Hypixel, чтобы... А я слышал, наверное, в ТикТоке. Не-не-не, Кукудай разъебал его, чё нахуй. Не-не-не, вы чё, бля, неку куда я вообще в соло, он гораздо лучше прочувствовал. А вот ему альбом слушаешь или Юмикса, но я хочу сравнить. Юмикс 3, A Fan of the Gay, оу. Наверное, это и есть Юмикс. Бля, почему у меня в горле пересыхает, как будто у меня хуй сегодня весь день совали в горло. Самый нелюбимый, но любимый трек Кукудая с альбома? Чё, блядь? Он не любит его, потому что за него альбом делался полгода. Смотрите. Бля, и на этот парт 3 месяца, да, потратили? Ну, как будто вот... Ну, короче, ну, я понял, да. Не буду ничего говорить. Ну, окей. Ладно. Короче, оно того не стоило. Мне кажется, да, потому что самый обычный парт, который Кукудай мог сам сделать. Ахера по слогу писал, но есть ощущение, что да. По слогу в день, дай бог. You know! Следующий трек. Fit Tenda.
Бля, Тенда на таком стиле, по-моему, пиздец просто, ебать. Так, ну, если из фитов говорить, да, я говорил, какой фит мне зайдет, с кем фит понравится больше, ну, как бы трек. Так что Triple Kill для меня сильнее. Переход, да, ща, точно. Triple Kill пока что лидирует, ну и он прям явный номинант. Для меня лично. Но препарат, я думаю, тоже можно будет добавить. You know, Fit Tender. XDMD. Yeah. Oh! Хочешь от меня любовь, да пошел ты. Во мне четыре колеса, да в норме. Может я в норме, детка, в норме. Я залетаю на сервер в дискорде. Пару суетов, конечно, со мной, you know me. Потрачу денег много в роблокс и шмотки. Может я в норме, детка, в норме. Да я с пистолетом получу все, что хочу. Я грабею, батю на Мальдивы улечу. Денег много, нужно больше, скинчик роблокс и куплю. Тебя с нами не возьмем, я тебя видеть не хочу. Мои пацаны, его надо снять в этом году. Я нравлюсь тебе хайпану. Если не нравится, будь твой сила хайпану. 2018 я себе верю. Я не верю, ты пошла, а не вся в голове. Да ладно, все равно я курю эту дурь. Все твои подруги тоже начали дуть. Но всегда на коту, то я буду как фара дуть. Я малолет, но выгляжу как дядя Бур. Как я все мой шаг, все мне до номи. Ты хочешь от меня любовь, да пошел ты. Во мне четыре колеса, да в норме. Может я в норме, детка в норме. Я тоже хорошая. You know me. Потрачу денег много в роблокс и шмотки. Может я в норме, детка, я в норме. Бля, интересно. Интересно, окей. 1.19 только вот. Хуёво, то что это всего 1.19. Бля, слушайте, вот прям три ой, каких нахуй, три прям сильных трека. Это препарат, Triple Kill, You Know. Наверное, для меня, бля, тяжело сказать. Три бывших. Три прям сильных трека. Наверное, Triple Kill мне нравится больше. Хотя, блять, ну в плейлист что-то попадет. Я хуй знает, что попадет. Трудно, да, сказать. Наверное, один трек в плейлист пойдет от меня и один от вас. Типа, какой вам больше нравится? Потому что тут Triple Kill точно пойдет и второй какой-нибудь тоже. Ну, You Know, бля, тоже охуенный. Ну нет, Triple Kill для меня прям вообще разъебал просто в хлам. Короче, красивый трек, да, немножко другой, стиль такой же, но вот да. Короче, интересно. Он немножко как будто отличается от остальных. Ну и Тенда как смог, так сделал, в целом нормально он залетел. Идем дальше. Тяжело будет сейчас определять. Я думаю, альбом хороший выходит, пока что, ну смотрите, да, на это. Если так продолжится, мы добавим, конечно, его. Тут Тенда сводил под... А, ну и, да, сведение другое, кстати. Ага. Я тоже заметил, что сведение по-другому. Ты Анжел Грида с Савой слушал? Нет, не слушал. Не планирую. Где я был? Следующий трек. Кити Флава. Геромандия. Геромандия. Еще я был под грибами, ты об этом не узнаешь. Не расскажешь своей маме, как всю ночь с тобой узнали. Мне бывает очень плохо, не уходите далеко. Подождите немного. А как тебя зовут, впрочем-то не очень важно. Но вообще на фесте поплеть, я так больше не могу. Я из дома еще уйду, ты меня больше не найдешь. Я тебя больше не найду. Да, я все вижу по глазам, все пизду, ты все собрал. И ты тоже хочешь обуться, нет. Блять, как же заебало, куда ты с базы съебала? Нам сейчас крыло сломают, и мы проиграем. Ну где же я раньше был, я про тебя не забыл. Я всю команду убил. Ну бля, тоже рот. Походу много скурил, походу катку я слил. Да точно катку я слил. Блять, я так больше не могу, я из дома еще уйду. Ты меня больше бля, не найдешь. Я тебя больше не найду. Да, я все вижу по глазам, ты пизду, ты все собрал. И ты тоже хочешь обух.
вкуса нет. Ладно, новый альбом без наркотиков писать буду. Че, крит был? Не, крит мало набрал. Будет не скоро. Так, смотрите, ну тут уже потяжелее. Как будто немножко прям такое. Ну как бы нет, мне нравится вайб, он прям охуенный на протяжении всего альбома. Пиздец, целостный, крутой альбом. Да, переход сейчас послушаем. Только как будто ровно, пиздец. Как будто ровно, пиздец, хуй знает. Наверное, на фоне остальных этот трек похуже для меня будет. Наверное, я не добавлю его. Да. Но я накуренный пизда был, сори. Ну окей, тогда. Окей. Вещества, следующий трек. Зиромандия и Драматург. Ну, знакомое что-то. Понял. Понял. Окей, let's go. Этот трек, по сути, повествует нам в открытом формате о том, что происходило в альбоме. У альбома есть полноценный концепт и история, писать о нем я ничего не буду, так хочу, чтобы слушатель сам понял для себя, о чем речь идет в альбоме. Мне кажется, концепт в том, что он нахуй все писал накуренным, кроме трека «Холодно». Охуенный концепт. Бля, не знаю, как будто... Ну ладно. Бля, мне опять пиздец понравился. Я уеду тебе. Куплетом мне не нравится. Смотрим. Блять, тут тяжело будет сказать сейчас. Тяжело. Куплеты за историю больше. Пока, ну короче, вот у нас остается бонус трек. Мне кажется лично. Тут что-то, ну типа, какой-то концепт построенный на веществе. Ну типа, это просто очевидно, да, на Бедварсе, блять, бывших, блять, ну отношениях, вся вот эта хуйня, там, может, с парнем какие-то проблемы. С бывшим у нее там, или вот с этим. Ну, короче, вот что-то бывшее, что-то отношения, что-то парни, что-то, блядь, женщины. И вещества. Что-то вот такое, блядь. На этом все построено. Да, куплеты, ну, по тексту, да, видим историю. Ну, типа, взял стелку и белого бывшего, а думал, это Майнкрафт, все. Нихуя. Пиздец. Охуеть. Пюре будет сегодня. Давайте еще раз этот трек.
Потому что, бля, охуенный припев, и я хочу распробовать куплеты. Потому что сейчас, ну от этого реально будет зависеть. Вообще, альбом-то мы добавляем. Не убивай меня, пока еще чуть-чуть останься. Немного времени, и можешь больше не бояться. Я буду вечно с тобой, я буду силуэтом. Мы будем вечно вдвоем, мы никогда не умрем. Не убивай меня, пока еще чуть-чуть останься. Немного времени, и можешь больше не бояться. Я буду вечно с тобой, я буду силуэтом. Мы будем вечно вдвоем, мы никогда не умрем. Я не хочу, чтобы все хорошо было. Это аутро, да, это аутро. Понятно. Ты видишь, схожу с ума, это из-за тебя. Твой бывший был не рад, когда вдруг появился я. Она снова пишет кровью на твоих руках. Я убью его, не только бедла, все мои рела. Его приходит время, нам пора по домам. Заходишь ты на сервере, с тобой только я. Игра, а-ау, меня нету, ты мне пишешь телеграм. В ответ получаешь видео, как я его убивал. Ненавидеть, он же прыгнул в крыше. Лучше останься со мной, мы бы еще поиграли. Будто ПВП, где мы с тобой вдвоем умирали. Вот как вам этот трек? Те, кто не из Индии, напишите по цифрам. Если это реально Фьюр, то привет. Не лучший трек, но хорошо, хорошо. Бля, припев ебет просто в щепки, нахуй, чисто ради припева. Следующий трек, Юзая. Бля, аутро, вот как, вот, нет, смотрите, ладно, вот, если это воспринимать как аутро альбома, это ж пиздец. Это ж пиздец, как аутро. Это охуенно, это звучит тоже вот так поникше, блять, как-то вот заканчивающий историю, и вот, да, выгружает нас, это же аутро, блять. Тогда ладно, окей, без проблем. Это охуенно для аутро. Юзаем, бонус трек, Fit Mary. Бля, ну интересно, пиздец, бро. Сюжет, но под лайф. Топ. Да. Кукудай здесь, как по мне, послабее. Мэри охуенно прочувствовал. Кукудай просто ровненько, но нормально реализовал. Бля, хороший релиз. Да. Так, кто победил, это сказать сложно. Но мне больше всего зашел Triple Kill. Triple Kill мой любимый трек с альбома, соответственно, выигрывает. К сожалению, никто не выигрывает. Соответственно, да. Соответственно, никто не выигрывает. Да.
Вот. Нет, это не минус рэп, это твинг Шелзи. Так нельзя делать, так что, ну, это его проблемы. Мы ему говорили неоднократно, что так нельзя делать. Получается, никто не выиграл. Просто все ваши баллы вернулись. Фриказавр, это реально тухолис. Ты говорил, основу его забанишь. Если еще раз такое повторится. Смотрите. Короче, наверное, стоило бы подумать, добавлять ли альбом. Но нельзя не брать в аспект то, что это полноценный, цельный, целостный, выдержанный релиз. Из главных минусов альбома могу выделить структуру песен, которая вот зачастую прям ровно пиздец. Вино лучше со временем. Так, вот если так сравнить с тем, что мы уже имеем. Это же альбом позиционируется, я верно понимаю? Не EP. Да, 8 треков, я думаю, это альбом. Если EP, я бы без раздумий добавил. Альбом можно подумать. А сравнить с тем же Кайо? Можно. Финкун можно. Платину и Кая пока что я не беру вообще в расчет. Они для меня два главных фаворита. Поэтому, ну, я пока их не беру. С Гречкой можно. С Ризой. Хз. С Джизусом можно. С Севантином можно тоже подумать. Тим Тибо, может, даже перебивает. Джей Ло можно. Ну, короче, да. В целом, с большинства... С большинством треков альбом может побороться. Вот. Соответственно, это первый альбом от XDMD. Альбом, не EP, который у нас есть в списке. Остальные были EP-шки. Я думаю, я сейчас даже чат не смотрю, потому что вы по-любому будете мне писать, блядь, хуйню. Я думаю, я чисто сам рассуждаю, я вижу, что с большинством альбомов, которые у нас находятся в списке, этот альбом конкурирует спокойно. То есть, я сравниваю со всеми, я могу точно сказать, что Платина мне нравится больше, вот прям точно не задумываясь, Кай мне нравится больше, Риза мне нравится больше. Это единственные три альбома, которые я могу сказать, все остальные надо думать. Соответственно, Кукудай можно добавить. Вот. У него куски денег питает сам дизайн кого-то, и слышу, как он поет, то там руины везде. Пони склада музыка. Ну, пони склада я не шарю даже. Но я не такой гений, какая Платина. Ну, я не про гениальность и не про это все, просто для себя лично. Вот эти два альбома сейчас мне больше всего нравятся. Поэтому я их не беру в расчет. Вот у меня есть только три альбома, да, вот в этом списке, которые могут перебить. А так, я думаю, да. Че вы там писали? Нет, Гречка, ну, трек даже за очень че охуенный, но у нее не все охуенно. У нее охуенный релиз 100%. Но он поборется с Кукудаем 100%. Че тут у нас? Вот «Сбылась моя мечта», даже за очень, да. «Это не я». Хорошие треки. Тут хороший альбом, я ничего не говорю. Но с Кукудаем тоже поборется. Сравнить? Ну давай, лучший трек отсюда и лучший трек оттуда. Надо как минимум жанры разные нахуй сравнивать. Не понимаю смысла. Нет, если мы берем мейн треки, самые лучшие треки с альбомов, в данном случае это Triple Kill и даже за очень, то даже за очень в соло, окей, без проблем. Но мы не оцениваем лучшие треки с альбома, мы оцениваем в целом работу. И в целом работа у Кукудая охуенно проделанная, и с этим не поспорите. Вам может не понравиться этот альбом, звук, но вы не можете поспорить то, что это целостный, концептуальный релиз, выдержанный нахуй, с как минимум неплохой реализацией, который может побороться. Вот.
Поэтому, если вы просто хейтер, ну что вам, типа, объяснять? Старый звук я выкупил. Да, старый звук, и я понял, блядь, наконец-то. Как-то так. В общем, да, это первый релиз от XDMD. Не знаю, стоит ли подливать масло. Нет, я не буду, я помолчу, пожалуй. Так, ну, у нас еще в епишках есть у Мэри, у Квити. И все, да? Из XDMD больше никого там нет. Окей. Так что поздравляю, Кукудай, гордость ребят. Там биты все за 15 минут от меня сделаны. Да в любом случае, ты про этот? Альбом. Все, будем ждать тогда следующие треки. Этот. Да тем не менее, ну хорошо реализовано. И биты, я не скажу, что биты это конек этого альбома. Это ж не так. Биты не конек этого альбома. Тут именно чувство самого стиля. И в целом то, что релиз концептуальный, выдержанный и в одном стиле, при этом не душный в целом. То есть некоторые треки, да. Холодно такое себе. Где я был, мне не очень понравилось однотипно. Но все остальные треки... Пиздец. Так, теперь давайте думать. В общий плейлист мы даже будем добавлять. Треки достойны. Triple Kill. Какие треки вам еще больше всего нравятся? Пишите ваш любимый трек с альбома. Так, Triple Kill идет в 24 и Freshman. Биты коньяк. Препарат. Юзаем? Ну, Юзаем, я думаю, нет все-таки. Мой Юзаем, я думаю, нет. Бывший. Но мне кажется, он не самый сильный, но хороший. Просто дам, бабе сори, осуждаю я его маму и баба. Убивай себя сам, бро, ты пишешь, как еблан. Купила пинку, даю бан. Ее больше точно дам. Он ничего не понимает, за ней ходит, как еблан. Это защищу кровать, чтобы никто, кроме нас, больше не мог на ней спать. Ну, принимается, но мне кажется, что вот можно препарат еще добавить. Препарат и трипл килл. Я думаю, да, препарат и трипл килл. Оба идут в 24, оба идут во фрешмен. Я думаю, да. Препарат же пиздец. Да. Но не прям пиздец, но... Это пиздец круто. Или вещества. Давайте, знаете, как сделаем? Мы в общий добавим только triple kill, во фрешмены добавим triple kill и препарат. Потому что triple kill, я думаю, это прям вот самый такой охуенный хз. Вот я хочу так сделать. Короче, как-то так пускай будет. Вот. Да. Спасибо за альбом. Это было хорошо. Мне очень нравится то, есть то что вот ребята, да, делают, допустим, вот тот же... Ну, посмотрим, что мы слушали, да? Просто сравним. Но пока что Квити не догнать. Сори. Квити пока что лучшая эпишка этого года в целом для меня. Это там пиздец. Сколько стоит заказать, чтобы он просто музыку нормальную послушал? Чисто, ну, у Мэри пиздец атмосфера. Ну, это эпишка, и там особо много чего нет. Но просто атмосфера. Там два трека, по сути, и два этого. Вот. Оюка мне не зашел релиз, так что я не учитываю. Тенда тоже мне не все зашло, и звучит он не совсем целостно, мизантроп. Так, кого забыл? Следующий альбом, когда вообще заебись будет. Хорошо. Короче, неважно, я думаю, ладно.
У тебя там молодой Платон в кредитах, чекни. У меня, кстати, очень крутой альп выйдет. Он именно интересный будет по звуку. Я буду ждать. Да, реально вижу молодой Платон. Респект, кстати. Подтянул молодых. Разъеб. Что могу сказать? Спасибо большое. Вот. Спасибо большое, Кукудай. Это было пиздец интересно. Я очень кайфанул с целостной работы. То, что вот это. Я реально вижу. Я реально вижу, что это, ну, это работа. Это самое главное. Спасибо. Будем ждать следующих релизов. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.